Видимо, готовишься к следующему сезону. Итак, 200 вольный. Мужчины. Ну, Мартин Малютин будет работать опять на вторую половину. Быстро будет начинать Гирев, быстро будет начинать Щеголев. Вековищев тоже может сработать на вторую половину. От Красных, честно говоря, даже не знаю, чего ожидать, но тоже, думаю, вторая половина. Поэтому в основном смотрим Щеголев, Гирев. Это шестая, четвертая дорожки. Именно эти два парня должны начинать быстрее всех. Ну, все как-то так размашисто начинают. Хотя Щеголев действительно тянет на себе. Ну, не пол корпуса, но преимущество есть. Итак, Щеголев, Гирев. Третий по ногам Довголюк. Четвертый Мартин Малютин. Саша Красных пока, ну, слишком отпускает. За один полтинник проигрывает пол корпуса. Ну, многовато. Итак, Щеголев. Щеголев тянет на себе. Но это первая сотня. Мы видели, у девчонок не все решается на первой сотне. Хотя преимущество солидное, хорошее. Я видел, как Саша Щеголев разминался. Ну, по-моему, в порядке. Третий полтинник очень важный. Если Щеголев сейчас начнет... Ох, он добавил. Щеголев-то подключился посильнее. Гирев видит, Малютин рядом. Довголюк додавливает. Ну, мне кажется, вся четверка 46 с маленьким пройдет. Там Красных начинает упираться. Включился Вековищев. Мне кажется, поздновато. Снегирев, Шаталов, мне кажется, уже выпали из борьбы. А четверка основная здесь. Причем уже, по-моему, натягивает Довголюк первый по ногам. Нет, по-прежнему Щеголев, Гирев, Довголюк и Малютин. Пошел финиш. У Малютина он может быть самым быстрым. Но пока Щеголев впереди. Щеголев прибавляет Иван Гирев. Прибавляет Довголюк. Мартин Малютин прибавил. Ну что, Гирев-Малютин. Саша Красных выбирается на третью позицию. Не видит его соперники. Мартин Малютин будет первый. 45-18, 45-68, 45-88 и 45-82. Четыре результата из 46. Ох, дрожи, Олимпиада.